Из-за дождливого лета трава в этом году демонстрирует буйный рост, поэтому борьба с сорняками и аллергенными растениями выходит на первый план. Специалисты городской административно-технической инспекции ежедневно объезжают дворы. Приступать к покосу травы дворники должны, как только она достигнет высоты в 15 сантиметров. Сейчас нормам соответствует большинство самарских дворов. Большой озабоченность вызывает территории, которые не вошли в дворовые пространства, проще говоря, пустыри на неблагоустроенной территории, которая расположена в непосредственной близости к жилым домам. Особое внимание и к газонам, которые ремонтируют. Таких в Самаре привели в порядок уже более 180 тысяч квадратных метров. Если подрядчики с работой справились некачественно, будут переделывать по гарантии. По нормам грунт должен быть на 15 сантиметров ниже бордюра. Отдельные требования и к ремонту дорог. Теперь следить за состоянием ограждений, знаков и чистотой должны сами строительные организации. Я хотел заострить внимание, все же культура по организации производства на любом на дороге или на тротуаре, она требует точно улучшения с точки зрения производства работы. Это пристально должно быть в зоне внимания, как ГАТИ. Мы включили в условия муниципальных контрактов в этом году обязательства подрядных организаций по содержанию ремонтируемых объектов уличной дорожной сети на время ремонта. По подрядным организациям мы рекомендуем в случаях, если они не могут осуществлять данные мероприятия по содержанию объектов УДС собственными силами, прибегнуть к заключению контрактов субподряда со специализированными организациями. ГАТИ ежедневно проверяет, насколько добросовестно подрядчики выполняют эти обязательства. Выявленные нарушения компаниям предстоит устранить в кратчайшие сроки. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.